запутался. Сейчас проверим компрессию, подниму за правый полукорпус, буду держать. Поднял. Thank you.
другой чуть-чуть там. Тульский, полнодиапазонный, в левой руке 6 рядов, уменьшенный септаккорд, здесь полностью полный диапазон, вот, увеличенный. Так что хороший инструмент, мех чистенький, не потертый, играли на инструменте постоянно, то есть не залежавшийся. Голоса разыгранные, хорошо. Ремни в отличном состоянии. Вот. Есть жесткий кофр. Мех внутри такого голубоватого цвета. Красиво смотрится. Так что вот такой вот инструмент тульской фабрики.